Минус, ну если можно, подведите итоги выездной серии. Как она сложилась для команды, по вашему мнению? Ну, сложилось. Хотелось бы, конечно, все 4 матча, да, выиграть, но получилось, как оно получилось. Вот. Хорошо то, что выиграли последнюю игру. Удачно, да, закончили. Непростой выезд. Вот. Так что смотрим в будущее, готовимся к завтрашнему матчу. Такая победа в концовке, она добавляет эмоций команде? Конечно, учитывая то, что перед этим 2 матча проиграли. Вот, так что ребята молодцы все, здорово отыграли, выиграли. Впервые играли в форме «Салават» против «Динамо». Каково игралось? Ну, честно, конечно, было очень много эмоций. Адреналин так перехлестывал, вот, потому что столько лет все-таки там провел. Вот, такой был непростой в этом плане матч, но чувствовал себя как бы хорошо. Вот, так что, в принципе, болельщики очень тепло встретили, очень приятно было. Но самое главное, команда выиграла. Долго не удавалось забросить шайбы, вот именно ворот «Динамо» забили. Это придаст уверенности вам? Да, я думаю, что да. Конечно, такая длительная серия, она никого не устраивает, ни меня в первую очередь. Вот. Но я над этим работаю. И я думаю, что будем надеяться, что дальше будет лучше. Можно ваше мнение о том, как сложилась серия выездная для команды? Взяли минимум, в принципе, очков, исходя из того, с кем против кого играли. И, как бы, играли, в принципе, неплохо, взяли 6 очков, но могли, в принципе, больше взять, наверное. Где-то не повезло, где-то ошиблись, где-то удаления какие-то не нужны. Пропустили какие-то голы при счете 0-0, которые решили исход матча. Поэтому, как говорится, взяли минимум. Вот эта победа на «Динамо», она эмоциональная такая достаточно была, то, что в концовке выиграли. Это добавляет команде уверенности, эмоций? Ну, конечно, любая победа добавляет эмоций. Тем более, когда все понимают, какая ситуация, и счет ничейный, как бы, никому не хочется играть в овертайм, там, дублиты доводить, тем более, если есть возможность взять 3 очка в основном. Спасибо большое.